Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 ноября. Память преподобного Иакова Отшельника. Преподобный отец наш Иаков подвязался на горе, не имея ни постели, ни кели, ни покрывал, чтобы защищаться от непогоды. Сильная болезнь чрева постигла его, когда он удалился от всех. Когда же кто приходил к нему, он, несмотря на сильную боль, выходил и получал пришедших благочестию. Он носил железные вериги и поверх их власяницу. Пищей ему служила вареная чечевица, которую он вкушал вечером. Таковыми трудами и страданиями он получил такой дар божественной благодати, что мог воскрешать умерших. Однажды к нему пришел отец одного умершего отрока и, рыдая, стал говорить святому: «Я знаю, раб Божий, что для тебя все возможно, если ты только пожелаешь помолиться». Святой Иаков, увидав слезы отца, преклонил колено и, призвав Бога, воскресил отрока, которого отдал отцу. Много и других дивных чудес совершил преподобный. Святой Иаков много претерпел искушений от бесов и только молитвою отгонял их. Один человек приносил святому воду издалека 2 раза в седмицу. Дьявол, думая жаждой уморить святого, преобразился в его образ и стал встречать человека с водой на пути, брал у него воду, а самого заставлял возвращаться обратно. Однако этому человеку удалось однажды тайно от зложелателя принести воду святому старцу. Святой, увидев его и принесенную воду, сказал: «Почему, чадо, ты долго не приносил мне воды, отчего пришлось много пострадать от жажды?» «Отче», — отвечал он, — «я всегда в назначенный день и час приносил воду, но меня встречал кто-то, когда я был в пути, не допуская доходить до того места». «С этих пор, — сказал святой, — если кто тебя встретит и будет возбранять тебе идти далее, ты не отдавай ему сосуда до тех пор, пока не придешь сюда». Так, подвязаясь, он соделался великим чудотворцем и отошел с радостью ко Господу. В 457 году. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.